Всем добрый вечер, друзья. Возвращаюсь к Solar Group, мотор колесо Дуйнова. Ну, вот так вот выглядит страница сайта. Кто не знает, кто первый раз смотрит мое видео, вот так вот выглядит страница сайта. Пожалуйста, познакомьтесь. Достаточно много информации уже на первой странице. Регистрация достаточно проста. Я уже зарегистрирован. Здесь можете посмотреть условия инвестирования. Что предлагается инвестору? Вот мы с вами. Вот компания. Читаем. Компания Дуйнова 25%. Менеджмент 25%. Инвесторы проекта, все мы, 50% прибыли. 50% чистой прибыли будет делиться на инвесторов, на всех держателей акции. Первую презентацию можете здесь посмотреть. Самую первую посмотрите. Ну и зарегистрироваться. Разработчик технологии, вот сам Дуйнов Дмитрий Александрович. Награды, дипломы, патенты. Так, увеличим мощность вашего электродвигателя на 15-50%. Взрывная технология, ребята. Ну вот как я, как видите. Вот география. Ребята, из 116 стран мира люди инвестируют в этот проект. Более 80 тысяч инвесторов на сегодняшний день. Контактная информация здесь на сайте, техподдержка. Я списывался и телефоном пользовался. Ребята из колл-центра отвечают на любые вопросы, помогают, если вдруг что-то непонятно. Теперь давайте перейдем в сам кабинет. Вход в проект. У меня достаточно сильный пароль стоит и двухфакторка. Всегда вам говорил и буду говорить. Друзья, уделяйте особое внимание безопасности своих денег. Придумывайте как можно более сложный пароль, не менее 11 знаков. Большие, маленькие латинские буквы, цифры там и так далее. Я же, у меня стоит двухфакторка, мало того, где код меняется каждые 30 секунд. Кроме этого, я при входе в такие проекты пользуюсь экранной клавиатурой, у меня стоит Касперский. Дополнительная защита, как видите. То есть, все у меня хорошо с безопасностью, и я сплю спокойно. Чего и вам советую. Так как код меняется каждые 30 секунд, поэтому я не боюсь снимать и показывать, как я захожу в свой кабинет. Все, заходим. И сейчас пробежимся быстренько по кабинету. Значит так, друзья, здесь нажимаете, где что находится. В разделе «Профиль» проходите свою верификацию. Так как акции именные, указывайте свои данные там. И акции потом будут оформляться на вас при покупке. То есть вы будете оформлять именные акции на себя, которые потом вы сможете передать по наследству своим детям, внукам, кому угодно. Так, и теперь зайдем в раздел «Партнеры». Сейчас я вам покажу. Люди заходят, люди инвестируют. Я тоже относительно недавно зашел в этот проект, очень долго к нему присматривался, понятно. Вот здесь отображается количество зарегистрированных в структуре человек. Вот, видите, 28. Количество зарегистрированных в первой линии. Вот здесь можете посмотреть список покупок в структуре по факту. На $1000 уже приобретено акций в моей структуре. Сумма покупок в структуре с учетом выплаты рассрочек. Ожидаемая
5500. Ну, в общем, и такие все данные. Сумма партнерского вознаграждения, полученная и в итоге. То есть здесь вы можете свои партнерские бонусы, которые компания вам выплачивает за вашу работу, то, что вы помогаете в развитии компании, распространяете видео, рассказываете людям об этом, вам начисляют партнерские деньги, и вот вы можете перевести их с партнерского счета, либо вывести их себе на кошелек, ради бога, если желаете, сумма вывода от $50, либо переводите... Так, как перевести? А вот, нажимаете перевод средств, вот здесь можете вывести, а если нажмете перевод средств, то деньги у вас поступят на основной счет, вот сюда, видите? Вот, нажимаете вот так, прописываете деньги сюда. Отсюда вы деньги уже не выведете. Отсюда деньги можете потратить только на покупки акций. Я эту возможность использую. В разделе «Мои документы» переходите, и там вы можете отследить и посмотреть. Вот. Мои начисленные доли. Посмотреть. Скачать. Ради бога. Договор инвестирования от какого числа. Приложение к договору. И если желаете, можете уже оформить начисленные ваши доли. Я же не собираюсь загружать компанию лишней работой, поэтому я это буду делать, когда проплачу полный пакет акций. Кто знает, может, у меня будет желание еще раз увеличить свой пакет. И, наконец, самое вкусное. Это инвестирование, раздел инвестиции. Вот теперь смотрите, друзья. Вот за такие суммы, либо начинается с $500, вот вы можете либо внести разовый платеж, либо вы можете оформить рассрочку, видите, 10 месяцев, 10, 10, 10, 15 месяцев. Сумма больше и шанс вот 15, 20. Вот у меня инвестиции оформлены на 20 месяцев по сумме $100. Но я зашел на четвертом этапе, и у меня здесь 1 030 000 акций. Сейчас, видите, уже 930 тысяч акций. То есть разрыв достаточно серьезный в акциях, но еще все очень вкусно и очень привлекательно. Напоминаю, номинал стоимость одной акции составляет $1 США. То есть, если говорить грубо на пальцах, да, то вот за $100 вы можете приобрести сейчас 930 тысяч долларов. Это не сказка, это, ребята, реальность. Это реальность. Потому что... Это, кстати, не венчурное инвестирование, то есть это живое производство, которое достигло уже достаточно высоких показателей, у которых есть своя продукция, есть люди, которые работают и отдают все свое свободное время этому проекту. Так что вот такие вот новости. Что еще? Что еще? Что еще? А, ну покажу вам свои рассрочки, как все это выглядит. Пожалуйста. Вот, напоминание, платеж через 19 дней, вот количество акций, дисконт, пожалуйста. И вот здесь вы можете увеличить свой пакет до 7 октября. Вы можете нажать вот так вот, нажимаете, не бойтесь ничего, кнопки не страшные. И понятно, у меня, видите, $2000, поэтому... У меня предложения выходят от 30 тысяч. Ой, от $3000 уже. От $3000. Также могу на 25 месяцев. Вот здесь нажимаете, оформляете. Автоматически пересчитывает платформа ваши деньги. Понятно, что сумма должна быть кратной. Ну вот, допустим, $600, если бы у меня было уже на счету проплачено, то я мог бы оформить, платформа посчитала. Если со $100 проще считать. То есть у вас, вот у меня было по $100 инвестиций, я вношу каждый месяц, вообще не напрягаясь. Поэтому вот
то количество акций у меня было пересчитано. Я увеличил пакет, воспользовался этой. Я также сначала зашел на $500, проплатил. Я стараюсь заранее гасить рассрочки наперед, чтобы каждый месяц не дергаться. И гашу досрочно обычно. И вот у меня скопилась там определенная сумма. Более 300, более 400, по-моему, или 500, я уж не помню. В итоге я нажал вот это, у меня система все пересчитала. И вот теперь у меня вот такое. Вот я зашел на четвертом этапе, да, а пакет увеличил на пятом. Но система пересчитала мне по цене четвертого этапа. Ребята, очень классная вещь, классная возможность компания предоставляет. Поэтому вот такая вот канителька. Здесь заходите, смотрите график платежей. Вот зайдем, посмотрим. Вот, пожалуйста, видите, у меня пересчитала компания все. И вот теперь, когда мне надо сделать платеж очередной. Так, ну, начисленные доли, понятно. Вебинары. Обязательно подписывайтесь на вебинары. Всегда очень много интересной и полезной информации. Новостной раздел. То же самое, друзья. Обязательно смотрите. Я вот сейчас будет 29 числа выставка. Живая встреча, презентация проекта Дуюнова в Москве. Почему? Я хочу туда попасть. Хотя я не знаю, получится или нет, но если получится, я обязательно туда рвану. Во-первых, на этой встрече вы сможете вживую пообщаться с командой Дуйнова. С самим Дуйновым. И своими руками потрогать то, во что вы вкладываете свои деньги. Потому что, повторю, друзья, это не идея. Это уже рабочая команда. Это есть уже готовая продукция. И вы можете не только ее потрогать, но говорят, что еще разрешат покататься желающим. Но не всем желающим, понятно. На сегодняшний день, по-моему, зарегистрировано на встречу уже 700 человек. 700 плюс. Ну, если каждый будет кататься, времени не хватит. Но я думаю, многие смогут прокатиться. Понятно, соблюдая технику безопасности, потому что вот в Китае вчера была новость, я смотрел. Один покатался, сейчас в больнице лежит с вывихом плеча, с травмой плеча. Потому что машины мощные. Так что вот так вот, друзья. Так, что еще? Ну и, наконец, на этой встрече одна из вкусных плюшек будет. Это, друзья, вам будет предоставлен флаер на скидку на вашу инвестицию на 5%. Вот такие вот приятные новости по проекту Дуйнова. Так что обязательно, ребята, тем более если вы живете в Москве или где-то рядом, не поленитесь, приедьте. Когда еще будет у вас такая возможность лично пообщаться, задать вопросы самому разработчику, самому руководителю проекта Дуйнова. Ну и не только ему, и вообще лично пообщаться с командой. Да и сами между собой познакомитесь, что очень полезно. Так, ну и вот еще, кстати, кто желает, кто ведет активную, занимает активную позицию, пишет видео, распространяет, пожалуйста. Проводится конкурс видеоприглашений. Вы пишете видео, свою ссылку отсылаете на почту. И вот смотрите, друзья, 5 мест, вот такие вот призы. Первое место $500, 250, 100, 50, 25. Не думайте, что вы не можете это сделать, кто пишет особенно. Пишите, пишите, отсылайте свою ссылку. Извините, простыл немного. Кроме этого, все участники, каждому принявшему участие в конкурсе $10. Я думаю, ребята, это хорошее дело. Полезное, да еще, видите, компания вас благодарит деньгами. Ну и, наконец, не буду уже, у меня есть полный обзор по компании Дуйнова на моем канале. Есть плейлист, так и называется, «Мотор-колесо Дуйнова». Зайдите в раздел «Плейлисты», посмотрите, там достаточно много видео по этой компании, где я рассказываю о ней. Ну а тем, кто впервые смотрит или кто лентяй, не хочет смотреть видео, пожалуйста, здесь раздел «Помощь» есть.
Можете мне вопросы писать, задавать, я с удовольствием отвечу вам, чем смогу, помогу. Либо позвоните, либо напишите в сайт техподдержки. Либо вот сюда переходите, здесь, пожалуйста, ответы на все вопросы. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Если вам так тяжело, легче воспринимать видео, то, пожалуйста, видеогид. То же самое, все эти вопросы дублированы на видеообзорах. Вот такая вот инструкция у компании размещена прямо на сайте. Как пополнить кабинет, как восстановить пароль для входа в личный кабинет, как пополнить основной счет в личном кабинете. То есть все вопросы раскрыты прямо на самом сайте. Друзья, регистрируйтесь, заходите. Если в каких-то там других проектах я вам говорю, что, мол, типа... Да, кстати, раздел «Банкинг». Перейдем. Достаточно много платежных систем. Сейчас сами увидите. Вот ради примера я заведу, я здесь введу так, сумма 1, и вот открываются платежки, видите? Advanced Cash, Perfect Money, карты Visa, MasterCard, карты Visa, MasterCard, так, по зачислению мгновенно. Маэстро, пожалуйста, карты. Криптовалюты, Dash, Zcash, Bitcoin, Dogecoin. Пожалуйста, Kiwi кошелек, Яндекс деньги, Advanced Cash, Coin какой-то тоже, я не знаю эту платежку. Так что, друзья, Swift счета, движение по счетам тоже можете здесь посмотреть. Ну и что на прощание сказать, ребят? Приходите, в принципе, вот, ну, просто всем советую, у кого есть возможность, не упускать такую возможность, прийти 29 числа на встречу и пообщаться, посмотреть, послушать, узнать много полезного для себя. Я думаю, там команда раскроет, они говорили об этом, там уже какие-то вопросы еще, возможно, будут. Такие, что, ну, в общем, инсайдерская информация, которую нигде вы не найдете. Да и где вы еще узнаете, как не из первых уст. И, скорее, и, может быть, тогда у тех, кто еще сомневается, у меня тоже вот люди зарегистрировались, но не все еще инвестируют. Может, тогда при личной встрече, при общении живом у вас отпадут всякие сомнения, и вы, наконец-то, решитесь зайти в этот проект, проинвестировать его и поддержать. Повторяю, стоимость одной акции по номиналу $1 США. Проект рассчитан на 3 года. Но, как видите, проект развивается достаточно стремительно. 116 стран мира, более 80 тысяч инвесторов, друзья. О чем-то говорит. Ниша рынка. Просто вот, которую зашел Дуйнов, это, блин, непаханное поле. Понимаете? И то, что он делает, это уникальные вещи, уникальные разработки. И еще, чтобы не было лишних вопросов, ребята, мне задают вопрос, я вам отвечаю. Это конструкторское бюро. Мы инвестируем в головы, понимаете? Мы, или можно, как вам сказать еще? Мы инвестируем в точку отсчета. То есть любая продукция начинается... с конструкторского бюро. Понятно, заказчик приходит, заказывает разработку, команда проектирует, разрабатывает модель, делает опытные образцы, чертежи, все, отдает это заказчику, и заказчик уже, короче, и потом уже составляется договор, как заказчик, либо он сразу выкупает технологию, платит деньги, а поверьте, это немалые деньги, это миллионы долларов, чтобы выкупить, это, я думаю, там, тут где-то звучала цифра, порядка 50 миллионов долларов, я не удивляюсь, это еще маленькая сумма, вот, либо заказчик будет выплачивать с каждой модели, которую он выпускает, так что вот такая вот вещь, такой вот проект, я считаю, что мне повезло, что я зашел сюда. Я не жалею, и погасив вот эти вот свои сейчас рассрочки,
на 20 месяцев, но я думаю, что я намного раньше погашу их и зайду, буду покупать, конечно же, еще акции этого проекта, безусловно. Ну а 29-го, надеюсь, я тоже рвану навстречу. Может, мы с вами там и познакомимся. Поэтому обязательно советую вам, если есть возможность, в третий раз, и повторю, и в 10-й, и в 5-й, и в 15-й. Ребята, это ваши деньги. И потрогать своими руками то, во что вы инвестируете, пообщаться с теми людьми, которыми вы доверяете свои деньги. Ребята, это классно, понимаете? Понятно, что человек работает день и ночь, и кто знает, когда предприятие будет уже функционировать в полную силу, то навряд ли найдется у Дуйнова время еще с вами пообщаться. Ну, конечно, он будет там какие-то встречи проводить, но так вот близко вы уже не пообщаетесь с этим человеком. И вот забываю все сказать в обзорах. Вот, ребята, здесь еще есть клуб 1000 и клуб 100. Нажимаете и читаете, что это такое. Здесь, если вы становитесь клуб основателей проекта Дуйнова, клуб 1000, вот почитайте здесь, какие привилегии вы будете иметь в будущем. Почитайте, познакомьтесь. Тоже очень вкусная фишечка. Очень вкусная и привлекательная. Так что, друзья, заходите, регистрируйтесь, инвестируйте. Вот здесь, если я говорю, да, если там в каких-то других проектах я там сомневаюсь, еще что-то делаю, здесь у меня сомнений нет. И, кстати, я живу недалеко совсем, поэтому, можно сказать, горжусь своим земляком. Очень приятно, что Дуйнов... Кстати, офис тоже недалеко от меня, а не в Химках. Я здесь недалеко живу, Тушинский район, город Москва. Поэтому такие вот дела. В общем, вот так, друзья, будут вопросы, задавайте, пишите, отвечу, чем смогу. Но, повторюсь, можете задавать вопросы, позвонить. Лучше позвонить, пообщаться напрямую, либо написать в техподдержку, если у вас какие-нибудь там заморочки. Все, друзья, инвестируйте, будьте здоровы прежде всего, живите богато. И приглашаю всех еще раз на вебинар 29-го в Москве, состоится. Всю информацию опубликую под этим видео. И в 2 часа, по-моему, да, в 2 часа начинается встреча. Все, всем удачи, до следующих публикаций. Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы. С вами, как всегда, Александр Сударев. И у меня для вас есть отличная новость. 6 октября проект «Асинхронные двигатели Дуйнова» официально переходит с 5 этапа финансирования сразу на 7. И я хочу напомнить вам, что 5 октября является последним днем, когда вы сможете приобрести инвестиционный пакет по цене дисконта 5 этапа финансирования. Также стоит отметить, что в этот раз в связи с переходом сразу на 7 этап финансирования цена дисконта на приобретение инвестиционного пакета будет снижена в 2 раза больше, чем обычно. Поэтому успейте приобрести инвестиционные доли по самой выгодной цене. Итак, давайте же разберемся, почему мы пропускаем 6 этап финансирования. Дело в том, что 5 этап финансирования для проекта стал очень насыщенным, и все то, что было запланировано выполнить на 6 этапе, было уже выполнено на 5. Ну а теперь давайте поподробнее. Нами было получено и установлено лазерное оборудование, и сейчас оно подготавливается к введению в эксплуатацию. И именно благодаря этому оборудованию весь процесс, начиная от выполнения технического задания, выпуска пробной партии, тестирования и сертификации двигателей на Славянке, мы сможем делать уже непосредственно на мощностях компании. А это говорит, что на сегодняшний день в проекте есть все необходимое для выпуска первых пробных партий электродвигателей, принятия первых заказов и, следовательно, получения первой прибыли, которая пойдет на приобретение нового оборудования и строительство будущего предприятия. И уже в ближайшее время будет запущено производство первой опытной партии. Часть материалов для этого уже закуплена. И кроме того, теперь можно не бояться воровства или копирования технологии, так как все технические процессы будут происходить непосредственно на территории Севилмаш, и все сотрудники будут подписывать договора о неразглашении.
При этом идут постоянные переговоры о сотрудничестве с потенциальными заказчиками. И на пятом этапе финансирования было заключено несколько договоров о сотрудничестве с компаниями из Китая, России и стран Европы. Начато тестирование контроллера собственной разработки. При этом уже заказаны комплектующие для создания установочной партии своих контроллеров. А эти контроллеры заточены специально под технологию Славянка и имеют ряд преимуществ над конкурентами, которые есть на рынке. В лаборатории проводится огромное количество испытаний традиционных двигателей и двигателей по технологии Славянка. Происходит их сравнение, и все результаты, полученные нами, систематизируются и готовится публикация с результатами испытаний для авторитетных СМИ и научно-исследовательских журналов. В Китае партнерами при сотрудничестве с компанией Denzel было запущено серийное производство двигателей DA-90S. Этот двигатель создан на базе технологии Славянка и на сегодняшний день уже работает предзаказ. Напомним, что DA-90 уже был испытан на множестве электротехники, таких как электробайк от компании Denzel, электромотоцикл компании Honda, автомобили компании Denzel, Denzel Pikman и Denzel Mini. Получен целый ряд патентов, держателями которых является компания Savelmash, при том, что еще ряд патентов на данный момент находится на рассмотрении, а это говорит, что интеллектуальная собственность компании увеличивается. Количество участников проекта достигло отметки 80 тысяч человек из 116 стран мира, а август стал рекордным месяцем по количеству привлеченных инвестиций. Внедрено множество функций в личном кабинете для инвесторов и для партнеров. Постоянными стали живые встречи мероприятия, которые уже прошли в городе Москва, Тула, Краснодар, Санкт-Петербург и других городах России. Организован операционный офис в Химках, где уже трудятся сотрудники информационной поддержки, которые обзванивают вновь зарегистрировавшихся участников и помогают им разобраться в сути проекта и целях финансирования. Как видите, проделана колоссальная работа, и это только начало. Поэтому напоминаю вам, что 5 октября является последним днем, когда вы сможете войти в проект на самых выгодных условиях.